Празднование Международного женского дня закончилось трагедией. В Сулилецком городском округе трое мужчин погибли от сильного отравления. Вместо алкоголя они решили выпить незамерзающую жидкость для автомобилей. В итоге всех их доставили в больницу, но спасти их жизнь медикам не удалось. Содержалась бутылка примерно около 3 литров. Все 3 литра они выпили. На следующий день, 7 числа, состояние их здоровья резко ухудшилось. Они обратились к фельдшеру за медицинской помощью, который вызвал скорую медицинскую помощь, и лица были доставлены в лечебное учреждение. Сулилецкая городская больница оказывала необходимые реанимационные мероприятия, однако на следующий день, 8 марта, двое мужчин 39 и 45 лет скончались в результате отравления неизвестной этиологии. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.